Всем большой-большой привет! Сегодня я хочу показать вам, как сделать макияж Claudine Wolf для костюмированной вечеринки. Когда вы будете работать, вам понадобится какой-то образец, чтобы у вас было перед глазами, по которому будете равняться. У меня есть сама кукла, если куклы нет, тогда можно распечатать, например, фотографию, ну или просто скачать на смартфон и поставить перед собой. Парик я купила в интернете, он уже продается с ушками сразу, с пирсингом. Как вы видите, это не совсем та прическа, которая на кукле Claudine Wolf продается в разных вариантах. И в данном случае парик от другого варианта, но в этом ничего страшного нет. Я опять использую детский мейкап на водной основе. Я рассчитываю этот урок на более юных моих зрителей, но если вы уже чувствуете себя уверенно, обращаясь со взрослым макияжем, назовем его так, то есть тушью, помадой, пудрой, тенями, то все эти краски можно заменить на взрослые, будем так говорить. Детские краски удобны тем, что они легче наносятся, легче смываются, если попадают в глаза, то не щипят, и если попадают в рот, то они не ядовитые. Итак, сначала нам нужно сделать подходящий цвет лица. Я смешала белую краску и коричневую краску. Если вы пользуетесь взрослой косметикой, то можно взять просто темный тон пудры или темный тональный крем. На куклу краска наносится труднее, чем на человека, я об этом уже говорила в предыдущих видео. На кожу будет ложиться легче, и после того, как я нанесла кисточкой, я еще использую губку. Можно взять специальный спонжик косметический, я сейчас использую губку, которая моет посуду. Как видите, эффект получается такой, что я разглаживаю краску еще лучше. Вот, теперь выглядит более-менее гладко. Если приближу камеру поближе к лицу, то будет видно очень много неровностей, но я вас уже предупредила, на лице это будет смотреться лучше. Здесь можно было взять настоящие яркие зеленые тени. Я все еще работаю краской.
С губами я провозилась очень долго, и это, к сожалению, самая неблагодарная такая часть работы. Как только вы будете что-то пить, говорить, облизывать губы, это, конечно, все сотрется. Тут ничего не поделаешь. Очень жаль, что мне так и не удалось заманить настоящую модель и показать им макияж в настоящем лице. Надеюсь, что в следующем видео я все-таки кого-нибудь уговорю. Я надеюсь, что вам все равно понравилось и пригодится. Ставьте мне большой палец вверх, если это так. И подписывайтесь на мой канал, смотрите меня почаще. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Я желаю вам всего хорошего. Пока!